мои девочки собрались для того, чтобы получить десерт. Отличный десерт, перекус, который сегодня они будут иметь. Альфа, вернись. Вернись в кадр. Это тыква. Запеченная тыква. Видите, уже есть первая реакция на тыкву. Уже реакция первая есть. И это действительно очень крутое лакомство. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, это полезно. В тыкве есть много элементов. Есть витамин В2, В10, В12. Даже есть фосфор. Поэтому вот они не просто так ее любят. Это действительно оправданная любовь. И это очень полезная штука и лакомство. Я рекомендую приучить своих собак с детства кушать овощи и фрукты как можно больше. Также не должно быть в стае никаких склоков по поводу еды. Чтобы избежать их, соблюдай простое правило. Вначале мы кормим собаку, которая старше. И только потом младше. Так ты помогаешь собаке постарше. Альфа, Альфа, ко мне. Помогаешь ей сохранить свое положение, свое достоинство. И молодняк не будет претендовать на то, чтобы занять место старшего члена стаи. Поэтому начинаем всегда с альфы. Альфа, ты посмотри на этот молодняк. Я тут рассказываю, она прыгает. Альфа, можно? Пожалуйста. Вот. Кстати, я хочу еще обратить внимание на ее зубы, потому что ей уже 9 лет, собака не молодая, на натуралке, и у нее очень хорошие зубы, просто классные зубы. Я даю с кожицей, даже не чищу. Ну и теперь черед чей? Чей черед? Нельзя. А разве была команда можно? Нет. Хочешь? Вот вам показывает, насколько она хочет эту тыкву. Она тут ее и облизывает, и покусывает, и лапку мне дает. Ну, это очень здорово, когда они любят и кушают такие витамины полезные. Держи, можно? Давай, поглощай. Вот, Альфа уже справилась со своим куском. А Беллис не спешит. Не спешит, можно, бери, кушай. Такие вот девочки-припевочки, такой у нас перекус полезный. И я надеюсь, что это видео тоже будет полезным тебе, и у твоих собак будет всегда мокрый нос. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и получай еще больше полезных советов. Что, ты кушать не собираешься? Ну, конечно, отложила вкусняшку на потом. Беллис, подумают, что ты не ешь у меня ее. Ну, давай, давай, докажи, докажи всем, что ты ешь тыкву, докажи. Вот, молодец. Давай, кусай. Ну, собака не голодная просто.